Ассаламу алейкум, қадірлі телетомошабинлар, иллюзия шоу мегалойхасы яна эфирда. Ассаламу алейкум, Зор ТВ-нинг мухлислари, лойхамиз оркали сиз билан яна учрашиб турганимиздан хурсандмиз. Барчага ало кайфият бағишлаётган дастурларимизнинг навбатдаги сонини ҳам мана бошлаб юбордик. Бугундан бошлаб Алексей Чипрасов жамоасида ўз иштирокини бошлаган Стефан.
Ну что ж, замечательно. Теперь я хотел бы сказать пару слов о моем небольшом разочаровании, не касаемого этого номера. К сожалению, один из самых талантливых моих подопечных, Джорабек Эгембердиев, вынужден был на время покинуть наш проект. Он занимается сейчас тем, что представляет нашу страну на международном фестивале. Но чтобы сохранить баланс сил между нашими двумя командами, я решил ввести нового участника. Он был до этого в зрительном зале, а сейчас мы вводим нового участника. Итак, я хочу представить Стефан. Да, по поводу иллюзии, я, в общем-то, сделал правильный выбор. Стефан в проекте замечательно, просто немножко есть помарочки с левитацией, это мы устраним. А так все хорошо, спасибо. Стефан из Бизгеяхта, озгена манипуляция камрах, актерское мастерство из камрах. Энди сахнага чыкканыңызга биринчи матта, шунча сал коюлуп болмады. Озгина яна сапарда, яна күчлүүлөрдөн коюп бересиз. Сизге рухсат. Лойхамыз давам этмокта. Бизде гелдек иштирокчи Дмитрий Ким. Иштирокчи хар гелгидек хайратлар оламига саяхат кылдырышка тайор. Демек сахнада Дмитрий Ким. Boshlanishidan juda ham qo'rqinchli, xavfli turk ekanligi aniq.
Вы успели сосчитать, коллега? 26 пик. Правильно? 26. В живую ассистентку. Я бы на такое не решился. Дима, как всегда, здорово. Спасибо, супер. Дима, хозырги номер из бізге койл, яхша, қызықарлы, өтті. Бұ номер, кастумиз, реквизитиз, Чингисхандан нам өтіп кетіпті. Яне сапар, бұндан нам күшілігіні көрейлік. Рахмат. O'tgan dasturimizda o'zgacha bir ko'rinish bilan sanchqi hamda kartalar yordamida namoyish taqdim etgan Semyon Alpingold. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Да-да-да, можно громче. Итак, все понимают, если рядом с Семеном Аркадьевичем стоит великолепный стул из красного дерева, то мне нужен один доброволец из зала. Желательно, чтобы это был мужчина. Желательно, мужчина сильнее меня. Джудахам комик и штрокчилар базан. Пожалуйста. Под бурные аплодисменты. Так точно. Мы сейчас с вами проведем небольшой эксперимент. И, соответственно, самое знакомое каждому фокуснику – это колода игральных карт. Добрый вечер. Как ваше имя? Андрей. Поприветствуем. Можно называть вас дядя Андрей? Можно Андрей. Дядя Андрей, присаживайтесь, пожалуйста. Итак, дядя Андрей, давайте просто я покажу всем свою колоду карт, и вы тоже убедитесь, что все карты в ней разные. Никаких двойных карт или что-то такое. Обязательно перед тем, как показывают фокус с картами, карты нужно перемешать. Желательно два раза. Да? И вот мы что сделаем. Сейчас вы выбираете абсолютно любую карту. Хорошо? Только мне желательно не показывать. Хорошо? Можно показать нашей достопочтимой аудитории. Договорились? Все, супер, 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 супер. Главное, чтобы я не видел. Давайте, чтобы вы не подумали, что эта карта может быть с каким-то дубликатом или чего-нибудь такое, вы оставите какую-то надпись на лицевой стороне этой карты. Договорились? Договорились. Супер, супер. Я дарю вам этот маркер. Спасибо. С золотыми чернилами, именно так. Давайте, да-да-да, опять-таки, чтобы я не видел, держите ее лицом вниз. Супер, и давайте куда-нибудь в колоду, абсолютно, чтобы... На всякий случай, давайте еще раз убедим, что карта уходит в колоду, и вы перемешиваете эту колоду. Договорились? Договорились. Супер! Итак, главное, чтобы это была не самая долгая история, потому что у меня для вас есть кое-что еще. Да-да-да. Это вполне себе обычная веревочка. Давайте так, я вам даю веревочку, вы мне даете колоду карт. Все, супер, супер, супер. Все идет по намеченному плану. Итак, но это еще не все. Давайте, чтобы я никак хитрым методом не нашел вашу карту, мы уберем ее куда-нибудь именно в коробочку. Договорились? Но давайте, не волнуйтесь, все останется на своих местах, все ценности, документы. Отлично, и так у нас есть веревочка. Давайте мы сделаем такой вот импровизированный узел. Да? Вы мне поможете? Затяните. Да, затяните. Супер, супер. Все, все. И давайте еще один узел. Так, чтобы все видели хорошенечко. И еще один узелок можно. И еще один узелок. И еще один, и еще один, и еще один. Отлично. Но это не будет простой трюк, как вы, наверное, знаете, да, там, когда высвобождаются из веревок, что все нормально, все хорошо. Потому что это карточный трюк. Это не трюк, где я высвобождаюсь из веревок. Итак, вам комфортно, вам нормально на этом стуле из красного дерева? Все классно, отлично. Чаще всего все знают, что ребята, фокусники могут выбираться из наручников. Но мы сделаем два трюка в одном. Достаточно досчитать всего лишь до трех. Это один, это, соответственно, как вы понимаете, два, это три. Супер. Здесь все узлы, но это еще не все. Потому что с самого начала я обещал, что найду именно вашу карту. Это символическая карта. Червовый туз.
Спасибо, давайте, давайте убедимся, подождите, убедимся, что коробочка на месте. Все хорошо. Я дарю вам также этот червовый туз. Спасибо большое за внимание, уважаемые дамы и господа. Дядя Андрей, очень рад. Спасибо. Ну что ж, Семен Аркадьевич, как всегда, обаяние, харизма, актерское мастерство, все на уровне. Фокус, не скажу супер, но на 5 с плюсом. Все отлично, спасибо. Семен Аркадьевич, что картада нечем это курсаттесь. Башка фоксис йома картадан ташкара. Манипуляциядан, шарик, башка нарса, ката трюклярдан йома. Факат тур карта. Майлы бул сапар менге яхтис. Когадым мен билмадым. Рахмат. Садоқат, мен жуда хам хайяжонланяпман, чунки ҳозир энг кучсиз иштирокчилар ҳамида. Дорогие участники, хотелось бы подвести итог. Ну, наверное, первым скажет уважаемый Фозалекян по сегодняшней программе. Бугунги программамыз бизге яхты, яхшы сал иллюзияны көрдик. Эң я зура хамаларыз қабилиятыңызды көрсәтәләр. Ана сахнага, сихрлы сахнага чыкканда албатта чыройлы костюмлары белән. Мана дима ким менге яхты костюмы белән. Яхшы. Қоғаллары шул джинсы яна киясылар, яна башка. Эде шоу балеты белән чыкты башланышы безгә яхты. Если ассистентлар булса кызлар, шу ассистентлар танцасы белән, уйны белән чыкып, ассистент кылып yordam berilsa, undan ham so'r. Bugungi yaxshi menga yaxta, yana safar bundan ham kuchligini ko'rsatarsizlar. Спасибо. Ну что, что могу сказать я? Сегодняшний вечер мне тоже понравился. Мне понравился, много было новинок. Да, балет, все хорошо, конечно, но когда вы шли на этот проект, вы понимали, что такой вечер, как сегодня, он все-таки настанет. Очень неприятный вечер для участников, для одного из участников, для нас, особенно для меня, наверное, потому что мне придется все-таки объявить одного из участников, который сегодня покинет этот проект. Несмотря ни на что, я хочу сказать, что тот, кто сегодня покинет, он достойный. Достойный парень, достойный иллюзионист. Но, к сожалению, правила нам гласят, что мы должны, мы обязаны с кем-то из вас расстаться. Правила жесткие. Не мы их выдумывали, но мы должны их придерживаться. Итак, уважаемые участники, посмотрите друг на друга. Может быть, кто-то из вас на этой сцене в последний раз. И как бы мне не было неприятно, я хочу вам сказать, что сегодня наш проект покидает, к сожалению, Миразис Меркамилов, который отсутствует почему-то на сегодняшнем проекте. А вас всех я поздравляю. Вы проходите дальше. Продолжаем наше иллюзия шоу. Спасибо. Guvohi bo'lganingizdek, Miraziz Mirkomilov ushbu dasturimizda ishtirok etmaganligi sababli bugun hech qanday ishtirokchi o'yinni tark etmaydi. Ko'rsatuvimizning qizg'in pallasi, kulminatsion daqiqalari hamda hayajonli onlari borgan sari keskinlashmoqda.
Yuqorida aytib o'tganimizdek, bugun kuchlilar ichidan eng kuchsiz ishtirokchi loyihamizni tark etish kerak edi. Guvohi bo'lganingizdek, Miraziz Mirkomilov hech qanday sabablarsiz loyihamizda ishtirok etmadi. Shu bois hakamlar hay'ati tomonidan bugun loyihada hech qanday ishtirokchi o'yinni tark etmaydi. Yana shuni aytib o'tishimiz joizki, maqsadimiz finalda faqatgina eng kuchli illyuziyachini aniqlab olish. Albatta, ushbu loyihaga eng kuchli illyuziyachilar saralab olingan. Bunga dasturlarimiz davomida guvoh bo'lmoqdasiz. Shunday ekan, ularning barchasi mahoratli illyuziyachilardir. Barchasiga muvaffaqiyat va zafarlar tilab qolamiz. Bu illyuziya show mega loyihasi edi. Zo'r TV'dan uzoqlashmang. Ko'rishguncha, xayr.